Привет! Сейчас будем стричь наших человечков. Вот смотрите, это мальчик, да? Это кто? Девочка, да? Это кто? Дядя грузин. Да, вот еще дядя, он какой бородатый. Ну что, Глеб, начинай. Вот это. Давай. Вот еще вот мальчик у нас такой рыженький. Давай. Подстриги мальчика. Больно. Вот, смотри, Глеб. Надо начинать вот так стричь. Давай, мама тебя будет держать. Не-не, как правильно надо держать. Вот, давай. Опа! Давай еще. Сейчас. Опа! Отличненько. Давай, выпрямляй. Угу. Опа. Давай еще. Сейчас мы учимся заново ножницами резать. Недавно только умели, сейчас опять разучились. Оп. Да. Я бы вот здесь вот тоже поправишь. Еще. Опа. Все? Будем еще стричь или хватит? Еще. Еще, да? А, ты дядя личика порезал. Личика. Да, пока не надо. Ну все, вот такой человечек. Вот. Ну, вполне, кстати, модная стрижка для первого раза. А я вот это думала. Да, теперь будем что? Вот это. Стричь дядю. Давай, мама будет держать, а ты будешь стричь. Ну что, Глеб, начинай. Опа. Да, только личика не надо, да. Дяди больно не было. Опа, отлично. Захват. Мама, еще так. Давай. Давай еще. Опа. Все. Все, хватит, да? Давай. Вот. Вот такой вот у нас модный дядька, да, получился? Тетка. Нет, дядька. Вот. Ну что, Глеб, будем бороду стричь? Вот такой у нас бородач. И не, личика не надо. Не, не, где черненькая вот борода? Тонкий. Вот, надо ее подстричь. Покороче сделать, да. А то большая борода выросла. Угу. Оп, мама. Оп. Опа. Посмотри, вот будешь еще вот стричь вот здесь вот еще, да? Нет. Вот, нет, да? Хватит, да? Давай, здесь была только я. Да, подстригли, да? Да. Да, нравится? Да. О, вполне похож на родственник, да? Ну что, девочку, да, подстрижем? Да. Да, чуть-чуть, да? А, давай тебе поможем чуть-чуть. Ого! Девочку подстригли, да? Окей, да. Все. Все, хватит? Да. Ну, примерно так получилось. Ой, ма. Ой, да. Поправим? Давай. Давайте так, держим. Еще. Давай еще. Еще, да? Ну вот, да. Чуть-чуть сделали объема, да? Вот. А это наш дядя грузин, мой любимчик. Да, теперь надо постричь усики. Усики? Да, стрижем усики, да, чтобы покороче были. Опа, отличненько. И вот тут чуть-чуть, да? Не-не, личика не надо. Да, вот смотри, вот чуть-чуть. Да. Вот, Глебушка. Давай тут чуть-чуть. А то подстригли не там, где надо. Опа, да, ну почти, пузики отодрали, вот,
Ну все, молодцы. С этим заданием мы справились, да? Да. Ну что, Глеб, показывай. Все, давай поклади ножницы. О, давай всех покажем, кто у нас тут получился, да? Давай, давай вот это. Да, сейчас будем следующее задание делать. Вот, вот такие вот у нас рожицы получились, да? Да. Ну что, помаши ручкой, скажи пока-пока. Пока-пока. Все, пока. Мама.